лучшие черты ленинградской классической школы балета воплотились в искусстве Ирины Колпаковой. Имя этой балерины известно всему миру. Можно убирать свет в зале. Сегодня она танцует Аврору, спящей красавицы. Этот спектакль снимался в 1983 году, значит, Ирине Александровне было 50 лет. А впервые он появился в ее судьбе в самом начале творческой жизни, на сцене знаменитого Кировского театра. Счастливое творческое долголетие ученицы Агриппины Яковлевны Вагановой. Последний ее выпуск в хореографическом училище 1951 года. Как знать, может, кому-то из нового поколения выпускников Академии посчастливится пройти такой же прекрасный путь в мире балета. Агриппина Яковлевна, это уже просто было какое-то чудо, и мне невероятно повезло. А все педагоги у меня были замечательные в школе. Все. Если бы не наша школа и Агриппина Яковлевна, я бы до сих пор не работала бы в Америке. Потому что наша школа, она постоянно себя проявляет выше, чем других школ. Когда мы эвакуировались в Молотов, то туда эвакуировалась школа, эвакуировался театр. А мы были в эшелоне Кировского театра, мама и я. Мы были в Мотовилихе, это район Молотова. И потом школа объявила прием, мама меня сразу же туда отвела. Я ходила пешком, минут 45-50 я ходила из этой Мотовилихи в город Молотов в школу. Это вот самые первые фотографии в школе. Мазурочка. Очень нам всем девочкам нравилось. У нас было 4 девочки. Мы с такой радостью танцевали. Какое соперничество? Никакого не было. Ну какое, посмотрите на меня. Вон ноги какие-то прямые, невыработанные. Сама вообще странная. Ну какой-то характер там где-то немножко есть. Как-то одним людям это свойственно, другим не свойственно, но в основном людям не свойственно себя сдерживать. А это зависит от воспитания. Я танцевала вообще почти со всеми. Со всеми, но танцевала больше других. С Юрой Соловьем, Сережей Бережным, Сережей Викуловым танцевала. А с Владиком все время танцевала. Владик – это народный артист СССР Владилен Семенов, муж Ирины Александровны. Их счастливому браку 60 лет. Был и Греф, и мы с ним танцевали, Жизель. С Рузиком я не очень хотела поначалу танцевать, когда Юрий Григорович поставил нас вдвоем в Жизель и сказал, что мы будем вместе готовить. И с Мишей Барышниковым долго не соглашалась. Мне казалось, что я просто старше его намного. И зачем выглядеть мамой с молоденьким мальчиком? Но потом как-то все, знаете, у нас так все умеют уговаривать со всех сторон. В театре и вне театра, и отовсюду. Ну и мы станцевали с Мишей. Как-то потом начали танцевать. Даже в поездку вместе поехали, где он остался. Потом, через 15 лет, Барышников пригласил свою знаменитую Еву из «Сотворения мира» в Америку. Так она стала педагогом-репетитором в ABT – Американском театре балета в Нью-Йорке. В 1982 году Колпакова закончила балетмейстерский факультет Ленинградской консерватории и вела занятия в Кировском театре. Вскочила. Светка искочила. Светлана, и не приседай сильно, наоборот, неси себя. Последний очень-очень подтянул для того, чтобы неожиданно раз, и вот этой ручкой та-рам.
Ручку провела. Елена Александровна, готовы? 9-й номер билет. Я видел, как вы репетировали «Жизель» с Ефремовой. Мне понравилось. Замечания понравились. И манера вести репетицию интересная. Я танцевала, и я репетировала с молодыми девочками в театре, это правда. И 2 года у меня был класс в училище, но это было очень тяжело. Самой танцевать и преподавать, это очень тяжело. Это уже никаких сил на свои танцы не оставалось, и из школы я ушла. В театре я долго работала параллельно, долго. И когда Миша, конечно, я поехала, мне было интересно. И когда я туда приехала, они мне предложили подписать контракт на год. Ну вот я и попробовала. Там Владик приехал. Единственная из прима-балерин Киров-балета Ирина Колпакова была отмечена высшей наградой страны, звездой Героя социалистического труда. Среди балерин 20 века, имеющих звезду Героя соцтруда, были самые великие. В Большом театре Галина Уланова, Марина Семенова, Майя Плесецкая, а в Кировском только Ирина Колпакова. А главное, молоденькая какая, боже мой. Господи. Ну, повезло мне в этом плане. Понимаете, на моем месте могла быть любая другая балерина. У нас много хороших балерин. Не раз аплодировал мир вдохновенному искусству мастеров ленинградского балета. На сцене театра имени Кирова спектакль «Ромео и Джульетта». Главную партию исполняет народная артистка СССР Ирина Колпакова. Азбуку движений, как из сочетания комбинаций рождается танец. Она приносит праздник в репетиционный зал. Такая радость от творчества – редкость. У нее не портится настроение, даже когда она смертельно устала. Она теряет чувство времени и может, как и раньше, когда танцевала сама, повторять движение бесконечное количество раз, дабы довести каждое па до совершенства. Ну, здесь все так же, как и было. Висят все закрытые в этом самом. А вот эти красивые костюмчики, вот это же за меня нравится. Вот такие свежие костюмы. В Америке таких свежих нет. А это Мария из Бахчисарайского. Это вот мы с Владиком вместе танцевали, потом поженились. Станцевали и поженились. У меня на моей свадьбе была черная юбочка гофрированная и белая кофточка гипюровка. Вот и все. Но как-то, мне кажется, это ничего не меняет потом, в последующей жизни. Ну вот роман на сцене, да. На сцене и в жизни, и поженились. Иногда снится, вот что-то тут танцую. Странное очень. Снится, но редко. Сейчас все реже и реже. Иногда одеваюсь, гримируюсь, туфельки завязываю, бегу на сцену. А дальше вообще как все останавливается. Танцев уже нет. Не хотела ничего менять. Я бы не хотела. Жизнь один раз в жизни дается. И она скоро кончится. У меня, по крайней мере, потому что, ну, сколько можно еще иметь лет? Никто не знает, но не так много. Это естественно, это уже ясно. Поэтому как это может, куда может деться интерес к жизни? Да это невозможно.